Добрий вечір, шановні друзі. Усі люди, хоч як би вони це не приховували, хочуть знати, що ж їх чекає попереду. На ці та багато інших запитань дає відповіді наука, яка називається астрологією. Ну а що саме це за наука, мільйони людей вперше почули від людини, яка сьогодні гість нашої студії. Всесвітньо відомий астролог Павло Глоба. Добрий вечір, Павло Павлович. Я чрезвычайно рад видеть вас сегодня здесь, в добром здравии. Я очень вас люблю, уважаю. Много лет вот мы дружим, знакомы. И все эти годы, сколько бы я с вами ни общался, я понимаю, что обсудить с вами все невозможно. Вы неисчерпаемы. Но к этому надо стремиться. И с какой-то глубины неведомой вы постоянно достаете новые факты, новые цифры, новые обобщения событий. Постоянно анализируете, постоянно думаете, вы постоянно в движении. Скажите, вы стали мудрее за эти годы или как? Знаете, не мне судить, наверное, а судить, наверное, кому-то другому. Может быть, там, Господу Богу или там вот что-то. Просто занимаюсь тем своим любимым делом, мне это нравится. Я никогда это не прекращал заниматься. Мне было бы безумно скучно жить вообще вот так вот в этом теле на земле, если бы этого не было. Ну, кое-что, в общем, по крайней мере, на грабли уже не наступаю, на одни и те же. Во всем вашем образе есть нечто мистическое. Черные волосы, черная борода, правда, уже с проседью. Черный френч. Время уже, да? Черный френч. Человек в черном. И безумно глубокие глаза, в которых можно раствориться. Скажите, вы мистик по натуре или нет? Вы знаете, как сказать, наверное, немножко есть и того, и другого, но больше я все-таки скептик, потому что всегда все проверяю. Проверяю, анализирую, думаю, как это вот правильно, неправильно все это. А образ там гештальт, он гештальт, я бы сказал, он вылеплен просто, естественно. Раньше я ходил в каких-то непонятно каких свитерах там замусоленных. Один раз вышел из дома, когда вот, я помню, там с ребенком над молочной кухней было в кирзовых сопогах, в каком-то непонятном тулупе. После дежурства я пришел, работал я ночным сторожем. Меня забрали тут же в милицию. На предмет выяснения личности приняли за какого-то маньяка по кличке Фишер, который там убивал детей. Ну вот, понимаете, так что я после этого понял, что за образом надо следить, потому что мало ли что, кому-то не понравится. Вот, так что это все... Я помню, как в конце 80-х годов вы кометой ворвались в общественную жизнь Советского Союза со своими предсказаниями. Вы были на расхват. Я до сих пор помню полные стадионы, дворцы спорта, которые собирались на вас, что люди сидели и внимали каждому вашему слову. Ну, что еще Глоба скажет? Ну, что он еще предскажет? Что предречет? Скажите, вы чувствовали себя таким пророком, который вещает людям со сцены, предсказывает грядущие события? Вы знаете, я на самом деле всегда был человеком очень, знаете, таким стеснительным. Я всегда этого боялся безумно большого количества народа, хотя я всегда выступал совершенно, у меня это от зубов отлетало, но я никогда себя под этим пророком не чувствовал. Я не чувствовал, что я вот как-то могу это сказать. Не то, что я уверен был в себе, но вот так подниматься над этим – нет. Я говорил как бы, вот вы знаете, как я говорил близким друзьям. Знаете, вот все вот эти вот люди в зале, их 10 тысяч человек было, это, по-моему, у вас во дворце спорта, да? И вот такой я их воспринимал как вот узкий круг ограниченных, не ограниченных, конечно, людей, а вот как вот мы с Гордоном собираемся, с друзьями собираемся, просто их много, просто их гораздо больше. И вот это вот маленький узкий круг, я с ними разговариваю так, как вот я делюсь вот с людьми, со своими, вот так. Любой более-менее пытливый человек всегда пытается докопаться до сути происходящего. Вот мне интересно, как вы предсказываете события? Где вы берете эти предсказания? Вам кто-то нашептывает? Или вы с линейкой в руках высчитываете какие-то цифры по каким-то астрологическим таблицам? Или у вас наступает минута озарения, инсайта, вы когда-то мне рассказывали об этом, когда вдруг... Приходит какое-то прозрение, вы начинаете говорить, 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 что будет, что было. Ну, это один раз мы присутствовали, между прочим. Присутствовал, я поэтому и спрашиваю, как это происходит? Это бывает по-разному происходит. Иногда это бывает как инсайт, тогда это вот, оно приходит и уходит. Это уже, наверное, не от тебя зависит, может, от тебя, но ты просто об этом не знаешь. Знает твое подсознание. Но это уже как бы не мое. А вот то, что, за что я ручаюсь, это, конечно, результат достаточно больших усилий аналитика. Ну, то есть, я не с линейкой, по крайней мере, сейчас это компьютер, но все равно это вычисление, все равно это анализ, все равно это я прокручиваю очень много всяких вариантов событий. Это не так-то просто на самом деле. А потом уже, да, потом я дохожу до точки полного отупения, потому что я вижу, что я ничего не понимаю.
Я все это бросаю на какое-то время, потом снова возвращаюсь, и раз, как будто все вот эти куски мозаики встают на свое место. Понимаю, вот ответ на вопрос. У меня такой процесс. Ну, конечно, это не только озарение, конечно. Есть такое выражение «врач, исцели себя сам». А астролог может предсказывать себе? Вы себе сами предсказываете? Вы знаете, это бывает очень редко. Я это называю таким понятием «аберрация близости». Вот как, понимаете, в телескоп нельзя увидеть близкие вещи какие-то. Ну, вот наставь телескоп на нас с вами, да? Он может прекрасно увеличить звезды, там, на Луне увидеть кратеры. А нас с вами, мы расплывемся. Вот то же самое и здесь. То есть, скажем так, прибор, который настроен на дальновидение, он вблизи видеть не может. Вот это надо всегда запомнить. Вы это прибор настроенный на дальновидение? Очень часто да. Хотя очень редко, конечно, но это уже не астрологическим методом. Видно про себя, но это в виде предчувствий. Только вот интуиция какая-то. Ну, это как у собаки, которая там землетрясение, там у нее там лай такой. Так же хорошо, бывает. Я открою телезрителям большущий секрет и скажу, что Павел Глоба никогда в своей жизни никуда не летает самолетами. Вот это да. Ну, это потому... Почему? Это могу сказать, а я просто знаю. Но это, в данном случае это наука. Я вот, вот на руке у меня вот такой знак. Что это, крест какой-то? Нет, звезда. Это как снежинка. Вот она на бугре Марса. Вот здесь вот называется. Я сколько видел людей с подобным знаком, они все так или иначе или срывались с высоты, или погибали в авиакатастрофе. Последний, например, кто это был, это Артем Боровик. Вы его предупреждали об этом? Я его предупреждал. Это был 91-й год. Это он еще был у меня в свое время. Там, я помню, на кухне мы с ним сидели. Он делал программу. Это была передача «Взгляд» еще. И вот, значит, я ему смотрел руку, мы с ним там разговаривали. Я говорю, вот, я рассказал про свой знак, говорю, я вот никогда не летаю на самолетах, у меня такой дурной знак. Я на него посмотрел, говорю, о, Артем, так у тебя же такой же знак. Он говорит, ты что, мне не летать на самолетах, я же, у меня вся жизнь в перелетах, как я могу не летать? Я говорю, ну ладно, я тебя предупредил, чтобы на всякий случай, вот, ну, поосторожнее. Хорошо. В результате, видите, какая была история. Этот знак может исчезнуть у вас? Может. Вообще любые знаки на руке, они меняются. И меняются они в результате коррекции судьбы. То есть, когда ты что-то, какую-то проблему меняешь, на руке отражаются твои проблемы. Настоящие, прошлые и будущие. Вот эти проблемы. И на руку надо смотреть для того, чтобы знать о тех проблемах, которые лучше всего преодолевать. Как только проблемы мы преодолеваем изнутри, линии на руке меняются. Вы часто ездите в Казахстан, консультируете президента Назарбаева. Давайте мы об этом не будем говорить. Хорошо. Это, да. Тем не менее, как вы ездите в Казахстан? Только на поезде. 2,5 суток до Астаны и столько же обратно. Это тяжелый путь, но я там сижу с компьютером, я все это вычисляю. На самом деле, это хорошее время для того, чтобы что-то там поработать. Потому что суета жизненная, этого невозможно сделать. А там ты сидишь, все, приезжаешь уже с готовым проектом книги. Поэтому вот когда я стал ездить на поезде туда-сюда, ну, большой, на большом расстоянии туда и обратно, то, знаете, появилось большое количество книг. Для меня это позитивно, наоборот. Павел Павлович, когда вы предсказываете события, нет ли ничего потустороннего в ваших предсказаниях? Или все это основывается на анализе, математике, опыте, вычислениях и так далее? Ну, я скажу, что здесь ничего мистического, конечно, нет. Это опыт, конечно, это знание законов, которые связаны с, ну, вот, корреляцией между земной жизнью и небесными. Ну, это, знаете, вот это есть, это реально, это эмпирический метод. Плюс, конечно, это, естественно, иногда озарение, иногда инсайт. Но инсайт – это, наверное, вот это единственное, что невозможно вычислить. Это какова вероятность сбываемости ваших прогнозов? Я бы сказал, что давайте вот немножко по-другому надо ставить вопрос. Во-первых, это не конвейерно-поточный метод. Тут нельзя применить, знаете, вот 100 или не 100%. Почему? Потому что в некоторых случаях, особо отдельно, 100% бывает попадание, 100%, причем до деталей. Знаете, вот такой бывает прогноз до деталей. И меня самому это... Страшно становится? Не страшно, но удивляет. Вот действительно, почему это так? Вот говоришь, и оно точно, вот вы знаете, даже прошлое, когда человек говорит, знаете, ну, практически 100%. Вот подтверждает все. Будущее тоже. А в других случаях, вы знаете, вот так вот как-то 50-50. То есть, здесь есть еще что-то, которые мы не знаем, какие-то факторы, которые нам неизвестны. Павел Павлович, ну, объясните мне, Фоме неверующему, что получается? Люди, которые родились в одно время, там, в один знак, они похожи? Нет, знаете, конечно, нет. Конечно, нет. И астролог всегда будет исходить даже не из того, не под одним знаком. Так нельзя. Поэтому вот эти вот так называемые гороскопы,
которые публикуются везде, и где говорится о том, что вот прогноз для там овнов, там тельцов, они не имеют права на существование. В среду не выходите из дома. Ну, тельцам не выходите из дома. Вы знаете, это имеет какое-то право на существование, если человек является типичным представителем, типичных 1-2%. Что такое типичный представитель? Типичный – это когда в этом знаке зодиака, в Овне, допустим, или у вас в Весах, находится целая группа планет, ядро планет. Угу. Ну, вот планет много, вот они в одном секторе находятся. Вот тогда мы можем говорить о типе, о типизации. Если этого нету, ну, извините, на нет суда нет. Тогда уже гороскоп нужно смотреть по-другому. В принципе, всегда нужно исходить не от знака зодиака, а лично от самого человека, то есть от его индивидуальности. Для того, чтобы сделать личный гороскоп, я всегда говорю, нужно знать время рождения с огромной точностью. Ну, там вот, понимаете, были такие случаи, когда вот рожала королева, под ее кроватью сидел астролог или там рядом, и он фиксировал время. Вот точный момент первого крика. Все на этот момент сделали гороскоп. За секунды, понимаете? Вот тогда да. Тогда что-то можно сказать. Да и то не учитывается, знаете что, генетика не учитывается. В один тот же момент рождаются два ребенка, или, допустим, человек и ишак. Вот обвинение против астролога. Получается, что если, так сказать, будет принц родиться, и будет ишак родиться, там, что ж тогда получается, что ишак станет королем? Да? Или принц станет ишаком. Это, кстати, бывает чаще. Это бывает чаще. Я думаю, что наверняка многие сильные мира сего заказывали вам личные гороскопы и просили их консультировать перед какими-то важными судьбоносными событиями в их жизни. Кто это был? Ну, из тех, кто сейчас, я не всех могу называть, естественно. Они все-таки есть. И есть некий такой, пока еще, знаете, не прошло время для того, чтобы это можно было сказать. Ну, из тех, кто был, ну, были достаточно важные лица. В частности, если в Украине, то, наверное, можно назвать Леонида Макаровича Кравчука, да? Вот, наверное, можно. В России это тоже достаточно влиятельные лица. Премьер вот был Иван Степанович Силаев у нас, первый премьер российского правительства еще, когда в 91-м году. Кстати, его загадочная фраза, которую он сказал после подавления путча в 91-м году. Да. Вот, мы знали о всех делах заговорщиков заранее. Это, собственно говоря, я могу теперь сказать, что это связано все-таки с моим прогнозом. За месяц до этого, в июле 91 года, я ему сделал прогноз, в котором практически почти по часам все события от 17 до 24 августа были расписаны. Павел Павлович, ну, вы наверняка страшный человек, потому что вы можете заглянуть в будущее. Это, ну, не то, что не каждому дано, это мало кому дано вообще. Но в будущее я могу заглянуть только, вы знаете, какими-то участками. Я не могу составить цельные картины будущего, только какие-то мозаики. Но будут пробелы. То есть, это будет плохо сохранившаяся мозаика. Какие самые интересные, на ваш взгляд, именно ваши предсказания на вашей совести? На моей совести и то, в чем меня потом обвиняли. Ну, почему обвиняли? То, что сбывалось. Обвиняли. Вы знаете, обвиняли, потому что мне иногда предъявляли, что вот Глоба пророчит только всякую пакость и всякие черные события, они сбываются. И программирует людей. И программирует людей, либо он сам это организует. Ну, я организатор, допустим, вот гибели парома Эстонии получается. Чтобы... А вы предсказали гибель парома Эстонии? Ну, как? Эстонии? Ну, это молодежь Эстонии, это точно. Это было в 94-м году, я туда поехал, они пригласили эстонцев. Там был Дом профсоюзов, это в Таллине, в центре города. Они, значит, там, это было 23-го, по-моему, 23 сентября, за несколько дней до этой трагедии. И на ближайшее время, когда я давал прогноз, я говорил, 28-29 сентября для Эстонии самые черные дни, самые черные. Будет какая-то морская катастрофа, и она будет вблизи островов. И что что-то будет связано с самой Эстонией там. Вот. Это будет национальный траур. Опубликовала газета с некоторыми сокращениями, газета «Молодежь Эстонии», опубликовала 28 сентября. 28 сентября паром Эстонии вышел в свое последнее плавание. Так оно и случилось. Это правда, что за год до ухода Ельцина вы предсказали, что он уйдет именно в этом году? Да, 98-й год.
98-й год, журнал «Профиль». Там был такой молодой какой-то парень, который меня в машине в моей пытал с микрофоном ко мне, очень, так сказать, там приставал так с вопросами. И говорит, а вот что будет с этим? Вот что будет там с вот... А я говорю, ну что, ну Ельцин в отставку идет, ну что? Не может такого быть, за год до выборов такого не бывает. Я говорю, не знаю. У меня впечатление, что это будет. Вот, ну, осенью это будет. Я думал, что это будет осенью. Где-то осенью. И преемником его будет, как писал такой астролог 15 века Василий Немчин, будет, писал карлик с черным лицом. Я долго думал, кто это за карлик. Сначала Черномырдин. За карлика ответите. За карлика ответил, за карлика. Еще как ответил. Вот. Но черными лицами назывались представители спецслужб, шпионы. Интересно. Реально. Серьезно. Я это написал. Я говорю, это будет человек из спецслужб. Там конкретно в журнале «Профиль» 21 декабря 1998 года вот это интервью было опубликовано. Там все, было, все написано. Ельцин до конца года уйдет, его сменит карлик с черным лицом, то есть представитель спецслужб, который выдвинется летом 1999 года. Павел Павлович, я знаю, что в последнее время вы увлеклись собиранием, коллекционированием посмертных масок знаменитых людей. А что это за увлечение такое? Это, во-первых, это очень давнее увлечение. Это тоже связано с моей профессией. То есть, второй профессией как астролога и как историка. И как историка тоже. Почему? Потому что, во-первых, это часть культурного наследия. Посмертные маски? Да, людей. Почему? Потому что они сохраняют образ известных людей, какими они были реально. Ну, пускай на момент смерти. Кстати, у меня, говорят, посмертные маски. Там не только посмертные. Там примерно треть... Прижизненные маски. Оказывается, многих снимали маски и при жизни. Много масок у вас? Да, у меня в коллекции около 100 масок. Это... И кто там есть? Там многие есть. И там и Гоголь, и Пушкин, и, то есть среди наших. Петр Первый есть, и Достоевский, и даже Сталин. Я не любуюсь этими масками. Они мне нужны где-то, во-первых, как... Ну, во-первых, представление о людях. Во-вторых, во-вторых, это изучение физиогномики. То есть, некоторые черты лица... Так. Лица человека. Они по ним, знающий эту систему, эту науку, физиогномику, человек может сказать, какими чертами характера обладал человек, какие у него были склонности, интересно, таланты, способности. Это все было. А морщины, вы знаете эту систему? Родинки, знаю, конечно, это входит в астрологию. Раньше входило в астрологию. Хорошо, глядя на посмертную маску Гоголя, что вы можете сказать, ну, например? Это была прижизненная маска. Гоголя похоронили живым. Как живым? Так живым. В 1931 году, когда его переносили с одного кладбища, с Даниловского кладбища, на сейчас он на Новодевичьем кладбище, его гроб переносили, вскрывали этот гроб, он там был, его тело было перевернутым, гробу перевернутым, в неестественной скрюченной позе. А почему похоронили живым? Похоронили живым. Похоронили, он впал в кому, это было коматозное состояние, его не проверяли, его очень быстро похоронили. Он был в коме просто лежал. Или в летаргическом сне находился. В завещании в своем Гоголь писал. В завещании есть. Это из выбранных мест, из переписки с друзьями. Завещаю тело моего не хранить до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения. Он чувствовал, он знал, что с ним произойдет. Более того, он знал о том, что после его смерти кто-то привлечется вниманием к его телу. Он сказал, презрен будет тот, кто привлечется вниманием к моей гниющей персти. То есть, ну, к телу. Потому что это не более, чем там... И кто-то привлекся. Привлекся. Потом, когда его похоронили, какое-то время он там был в этом самом, в помещении находился, пока его там в другой гроб не... И потом, когда его нужно было хоронить, это наша советская система тогда, обнаружил, что он без черепа. Гоголя похоронили без головы. Вот сейчас вот он лежит на Новодевичьем кладбище без головы. Кому-то понадобилось в коллекцию череп Гоголя. Может, из него сделали там, не знаю, там лампу и так далее. Ужасное кощунство, конечно. Мистическая фигура был Гоголь. Да, конечно. Наблюдая за посмертными масками Маяковского, например, Есенина. Что Маяковский вы... слабая личность по маске. А что вот вы можете сказать? Самоубийство, убийство? Убийство. Убийство. Убийство замаскированное. Нет, вот по Маяковскому не совсем так. Я бы сказал, что у Маяковского я выдвигаю совершенно другую версию его смерти. Вот говорят, кто-то убийство, кто-то самоубийство. Я считаю, версии надо объединить. Потому что есть детали по его последним минутам жизни. Потому что видели какого-то человека, выбегающего из его квартиры. Вероника Полонская там и так далее. Странное поведение. Потом вроде бы как бы это самоубийство. У него были суицидальные какие-то мотивы у Маяковского. Я думаю, что он очень хотел покончить с собой и кого-то попросил, чтобы он это сделал.
Интересно. Да. Я думаю, что он кого-то попросил. А Есенин? Написал письмо, а вот Есенина убили. Думаю, что здесь вот какая-то личные мотивы плюс чекист, плюс чека. Примерно. Маску Сталина вы изучали? Изучал. Пристально? Пристально. Что вы можете сказать? По Сталину ничего не скажешь. То ли это совершенно какая-то абсолютно неизвестная фигура, потому что внешне это просто какое-то, ну, я не знаю, лицо кавказской национальности, продающее на базаре помидоры. Вот такое впечатление. Сталин – это единственная загадочная маска, понимаете? Видимо, это человек, который вылепил свой гештальт, свой образ, неотделимый от некой сверхценной идеи. Сам по себе, вне этого образа великой страны, великой державы, он ничто. Если вот Сталин бы ушел на пенсию, предположить, он не мог уйти на пенсию, потому что он сразу становится ну никем просто, не личностью. Сталин является личностью только когда есть империя, когда есть вот государство. Он и страна лепили друг друга. Совершенно верно. Вот это вот, наверное, так. Иначе невозможно предположить, как совершенно невзрачная внешность, без каких-либо харизматических знаков на лице физиогномических. А у кого харизматические знаки на лице? Ну, харизматические знаки, конечно, это маска Гёте. Это породистый очень человек аристократического типа фон Гёте. Это очень такой аристократ, реально. Вот у него знаки породы есть. У Достоевского просветленное такое лицо, хоть простое достаточно там, в общем. Но в нем есть вот этот вот, ну, как бы вот духовное... Стержень, да? Стержень, да. Вот. Кто еще запомнился вам? Чьи маски запомнились? Вы знаете, ну, запомнились, вот опровергли представление о них. Например, запомнилась маска Тараса Шевченко, есть она у меня. Это, вы знаете, впечатление такое, что это какой-то беззащитный ребенок. Вот впечатление, что брошенный беззащитный ребенок. Это вот не слабый, но человек без матери, человек без, вот, оторванный от своего, вот, своих корней и ищущий их. Вот впечатление по портретам, там, вот он совсем другой, такой мрачный, такой вот и угрюмый, даже ничего подобного. Видимо, натура была другая. Более того, это я согласен с Метерлинком, который у него было эссе о смерти великолепное. Опять же, не потому, что там я какой-то там некрофил, а просто интересные просто вещи такие. Он сказал, что смерть, Метерлинк, лауреат Нобелевской премии, смерть проявляет в человеке внутреннюю сущность, которая очень долго дремала и не проявлялась в течение жизни. Потому что это экзистенциальный момент. Здесь мы становимся самими собой. Все маски отбрасываются. Да, реально, да. И вот этот момент можно запечатлеть в виде маски. И вот эту сущность твою внутреннюю, она все проявится в лице. Понимаете? И вот, видимо, Тарас Григорьевич Шевченко был другим. Он был другим. Он был ребенком по натуре. Который так и не нашел своего отечества и не нашел себя. Переходим к следующему вопросу. Я знаю, что Тамара не единственная, не первая и не единственная ваша супруга. То есть многие говорят вообще, что вы многоженец. Я не многоженец. Я не сторонник гаремов. Сколько раз вы были женаты? Я убежденный сторонник моногамии. С многократным повторением. Увы, к сожалению, не по моей вине. Ну, может, там вина у всех есть. Я просто считаю... Ну, и, может быть, я не считаю так. Просто так сложилось. Не по вашей вине, то есть виноваты были женщины? Не скажу этого. Я не скажу, что виноваты. Я никого не хочу обвинять. Понимаете? Я считаю, что вопрос, который может разобраться Господь Бог. Пусть сколько он раз вы были женаты? Ну, несколько раз, скажем так. Вас бросали или вы бросали? О, это такие истории, знаете, которых лучше, знаете, там сейчас не разберешься. Там сейчас уже, знаете, уже... Да и разве все упомнишь? Да, да нет, я все помню. Все помню, не надо говорить. Вот те, кто говорят, я там помню, а все это, знаете, так, меня не интересует. Это ложь или это просто, знаете, кокетство такое перед собой. Или работа на публику. Я это не хочу. Я все помню, конечно. Я помню для себя. Это же вы предсказали знаменитое предсказание, что со смертью трех старцев развалится советская страна. Ну да, было, да. Эти три старца вы озвучили свою мысль. Маленков, Молотов и Каганович. Да, на самом деле я прокомментировал таким образом Василия Немчина. Ну просто он, естественно, там была туманная фраза такая. Просто я пришел к выводу, что это действительно три человека, которые были в ближайшем окружении Сталина, они действительно очень долго жили. Из них был, конечно, Молотов, этот министр иностранных дел, потом Маленков, правая рука, аппарат там и так далее, и Каганович, естественно, Лазарь Моисеевич. И что получилось? Маленков умер в 86-м году, да? В 88-м. В 8-м. В январе месяце. Молотов? В 86-м как раз Молотов умер. Так. Вот как раз 8 ноября. Так,
умер, значит, Молотов первый, потом умер Маленков. Да. И вот живой один Каганович. И вот живой один Каганович. И вот, вот у меня выступление в 90-м году, когда вот, или в 89-м еще, когда, значит, была, и был Советский Союз, и вот там в 90-м уже ждали, вот, вот развалится, он не развалится. И вот там я как раз когда комментировал, когда развалится Союз, по-моему, как раз вы здесь сказали, были. Когда умрет Каганович. Да, я сказал, вот до тех пор, пока жив Каганович, Союз будет существовать. Но как только он умрет, страна развалится. Ну, так и получилось. Так и получилось. Он умер 25 июля. Каганович умер своей 91-го. Смертью или нет? Знаете, ходили разные слухи. Вот говорили, инфаркт он получил. Умер за столом ведь, кстати. На каком году жизни? В 98-м году жизни. Он не дожил немного до 98-ми. Причем работал до конца. Был бодрым таким. Ну, плохо ходил, плохо видел, почти слепой был. Но все помнил. Но все абсолютно помнил. Я его помню. Один раз видел. Он такой бодрый был еще старикашка. Правда, он уже, конечно, ну, полуслепой такой. Но, вы знаете, отвечал он так четко, бодро, вот, не маразм, не в маразме был. Поразительные. Вообще на них вот на этих смотришь, тех, которые из того поколения. Они стали, другие были, другие. Правда? Другие. Это железные люди. У них хватка, у них ум. Отвечали четко совершенно. А что это? Вот я с вами совершенно согласен, что люди ну, из того поколения знаю. Совершенно другие. Чем вы это объясняете? Я считаю, что это, конечно, закалка. Это, конечно, вот те же... Естественный отбор. Совершенно верно. Просто другие не выживали. Выживали сильнейшие. Угу. И вот они как раз, причем они выживали в таких условиях, в которых мы, например, с вами не можем выжить. Поэтому пришлось напрягаться во всех отношениях. И они, конечно, вот закаленные, теперь их никакие испытания до, вот буквально почти до столетнего возраста их бы не взяли. Вот так получилось. Павел Павлович, нас, наверное, не поймут, если мы не поговорим о будущем и России, да, и да, Украины. Да, да, да. Каким вы видите будущее России и Украины? Какими вы видите политических лидеров, которые будут определять это будущее? Ну, пока, конечно, будущее России определяет Владимир Владимирович Путин, как его и назвали преемником. Вам симпатичен Путин? Мне симпатичен Путин. В основном симпатичен, как, вы знаете, человек, который пытается все-таки, вы знаете, нечеловеческие усилия предполагает для того, чтобы... при всех прекрасных возможностях, которые у него есть, все-таки не быть тираном. Поэтому то, что говорят, вот сейчас происходит в стране, поднимают вокруг этого шум там, насчет там, Ходорковского, даже называют это словом таким «Ходоркост». Есть такое, почему-то у нас там кто-то написал. Я считаю, что это совершенно неоправданно, потому что дело Ходорковского – это только дело Ходорковского. Ну и плюс любого олигарха, который ну, просто стал бы играть в политику, понимаете? Ну не надо играть в политику, надо заниматься экономикой. Но если ты занимаешься, тебя никто бы не тронул. Вот. Ну, разумеется, плюс ко всему, действительно, Россия имеет многовековую имперскую историю. Выбросить это за несколько лет невозможно. Должно пройти много, ну, несколько поколений, по крайней мере. Сейчас нет, об этом нет и речи. И многие люди на империю настроены. И с империей связывают свое, ну, более-менее стабильное прошлое. Действительно. Многим вообще все равно, что у них будет на столе, лишь бы империя была, правда? Ну да, лишь бы. А между прочим, с одной стороны, ведь их можно понять. Зачем там гнобить людей, если с империей, пусть да, при всех их недостатках, была связана предсказуемость. Да. Какая-то, пусть минимальная, но социальная защищенность. Общество, которое сейчас строится, ни того, ни другого. Ну, большинство людей пока не дает. Я понимаю, что это, конечно, болезнь роста, и она будет продолжаться. Плюс восприятие многих представителей власти просто как бандитов и уголовников. Ну, это действительно так, давайте в этом признаемся. Это тоже болезнь роста. Но эта болезнь роста, она может, я считаю, что она когда-то приведет к очень тяжелым последствиям. Тяжелым последствиям. Например, к возрождению коммунизма в другой форме. Не в форме зюгановщины и так далее. Зюганов не станет Зюгашвили. Не станет. Понимаете? Он так и останется. Геннадий Андреевичем Зюгановым, думским вот этим деятелем фракционным. Он, по сути, социал-демократ. Хотя мог быть очень опасным, если бы ему дали власть. Но пока не дали власти... Ну, как-то не сложилось, да? Я думаю, что он бы, так сказать, это был бы самый несчастный день в его жизни. Если бы он получил власть. Он бы сам прекрасно знает. Потому что он сам не хочет власти. Потому что тогда ему некого будет критиковать. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что в России, конечно, вот такой некий социальный взрыв протеста, он будет. Причем он будет определенным образом направлен. Будут силы, которые этот протест будут поддерживать и направлять. Я считаю, что у нас мы на грани зарождения неокоммунистического какого-то движения. Мощнейшего. Да. Коммунизм без коммунистов. Понимаете? Коммунисты сами по себе.
но возьмут всю коммунистическую идею, приправлю имперской идеей, и вот на этом сыграют. Это будет неокоммунизм. Более опасное и более серьезное явление с возрождением империи, чем вот те старые коммунисты. Это... Но ближайшее будущее России вы связываете с Путиным? Самое ближайшее, да. До 2000, ну, по крайней мере, 2005 года. Я не сомневаюсь, что он победит. В этом не сомневается никто, и я в том числе. Но 2005-2006 год для России все-таки это время кризиса. И все-таки вот это время тяжелого противостояния. Ему надо будет принимать серьезные меры для того, чтобы, в общем, вы знаете, ликвидировать вот это вот нарождающееся внутри, внутри самого его же собственного лагеря, вот это вот, так сказать, ядро протеста. Павел Павлович, ну, Америка, кстати, вы столько и плохого предсказывали в свое время. Там немножко лихорадит ее, конечно, немножко... С долларом-то, извините, я предсказал, он действительно, видите, как, а? Ну, а что дальше? Ну, дело в том, что я, как, я не я плохое предсказывал, опять же, Василий Немчин. И он подметил, что эти циклы в 72-75 лет, которые с Америкой связаны, они указывают на так называемый системный кризис. Но оно действительно есть. Ну, Америка, основанная в 70-е годы 18 века, через 75 лет пришла к гражданской войне середины 19 века. Чуть не развалилась. Системный кризис 20-30-х годов. Еще через 75 лет. Вот нынешний кризис, который вот грядет, он естественно вытекает из предыдущих. Вы еще говорили относительно долларов. Я очень хорошо это запомнил, что доллары – это валюта, которая ничем не подтверждена. Ну, в общем, да, потом экономисты стали писать об этом. И если, да, да, вслед за вами начали писать. И если сегодня, я был первым. И если сегодня американцы, допустим, скажут, что они не принимают долларов, да, все. Вполне возможно. Разрушение, вы знаете, экономики многих стран, что, кстати говоря, и будет. А что, что, это правда, вы говорите, что долларов печатается сколько угодно, и никто не контролирует эту цифру? Конечно, контролируют. Конечно, контролируют. Кто-то, конечно, контролирует. Ну, потому что, в общем-то, это процесс достаточно... Долларов, конечно, больше, чем это обеспечено всеми запасом активами. Америки, да. Это точно совершенно. Поэтому очень многие доллары, конечно, ну, это бумажки просто. И поэтому настоящая стоимость доллара, наверное, это где-то не больше 10 центов. Вот так. То есть, надо все свои запасы долларовые людям просто на 10 раз ноль отнять, и все. Тогда будет нормальная цифра. Ну, нас больше интересует гривны, Павел Павлович. Гривна с долларом связана. Вот, поэтому скажите, а что ждет Украину в ближайшие годы? Кого вы видите президентом Украины? Я, вы знаете, всегда верил в вашего президента. Он всегда мне казался, Леонид Данилович, человеком, вы знаете, очень умным и непредсказуемым. И вот, вы знаете, вот как Ельцин у нас был, Борис Николаевич, от которого, вы знаете, что угодно про него говорили, а он поступал абсолютно нестандартно. И интуиция потрясающая. Что бы ни говорили про Леонида Даниловича, я всегда знаю. Он, понимаете, все говорят, а вот он то-то, такой-такой. А я всегда говорю, ну смотрите, ну кто бы там ни был умники, а побеждает-то всегда он. Он всегда побеждает. Поэтому что там вы говорите, умники великие? Кто победитель? Он победитель. Понимаете? Я абсолютно уверен, что он окажется победителем и в конечном итоге. Павел Павлович, что вы можете сказать вообще о дальнейшем развитии цивилизации? Цивилизация не окажет какого-то жуткого влияния на будущее вот наше? Развитие цивилизации? Ну, что значит развитие цивилизации определяется несколькими объективными и несколькими субъективными причинами. Ну, я, например, абсолютно уверен, что не будет апокалипсиса, по крайней мере, в ближайшее время. Многие сейчас начинают опять запугивать. Вон 2000-й синдром 2000-го года прошел. Мне пришлось постоянно везде говорить, да. Конец света отменяется, ничего, там успокойтесь, никакие. И в результате отменили. Ну, отменили мы, ну, пришлось долго по небесную канцелярию уговаривать, но отменили мы конец света, по крайней мере, передвинули. Сейчас снова пишут, солнечная активность, то была пассивность солнечная, сейчас активность. Вот что, дескать, солнце разогревается, говорят, что оно взорвется, тоже слышали где-то, да? По-моему, газета «Бульвар» об этом писала. А оно все не взрывается, не взрывается. Не, ну, действительно разогревается. Какой-то вот у него расширение. Расширение Солнца, и на несколько миллионов градусов повышается его температура. Но, в принципе, это достаточно закономерное явление, пульсирующее Солнце. Просто это очень долгосрочные циклы. Там, может быть, связано с гибелью динозавров, ледниковыми периодами.
Не взорвется. Солнце – стабильная звезда. И честно, вот, что, о чем я могу сказать, это вот то, что были прогнозы еще в древности, я это их могу подтвердить, о том, что действительно климат сейчас очень скоро начнет меняться в сторону потепления, глобального потепления. Это точно. Глобального имени Глобы. Ну, наверное. Еще до моего рождения. И что, будет жарко? Будет не только жарко, вот, а будет плюс еще и это будет связано с таяниями ледников. Вот это серьезно. То есть, вот это вот очень серьезный вопрос. Вопрос, связанный с затоплениями прибрежных территорий. Особенно вблизи Атлантического океана. Почему Атлантического? Потому что если самые большие запасы льда в Гренландии. Да. Котловина. Да, естественно, что прежде всего будут затапливаться это вот прибрежные территории вблизи Атлантики. Это действительно достаточно скоро возникнет. Но и не единовременно. Это 20-30 лет. Медленно. Но вот это вот проблема, куда переселять жителей прибрежных городов. У меня, кстати, еще возникла такая догадка. А не поэтому ли многие, вот, скажем, столицы в древности или какие-то важные города строились все-таки не на берегу моря, не в устье рек, за исключением Санкт-Петербурга, который там Петр I построил. По там. Незнанию. Да, по незнанию. Смотрите, Париж, смотрите, Лондон, да? Они все-таки вот не в устье реки. Лондон тоже не в устье Темзы. Дальше. И Париж. Не этим ли руководствовались древние, когда они строили эти города? Зная, что потом, может быть, это мы будем на берегу моря. Вы заговорили о древних. Я вспомнил, как в начале перестройки все буквально зачитывались предсказаниями Нострадамуса. Вы их трактовали, и мне интересно, скажите, Нострадамус действительно была такая гениальная личность, которая в своих стихотворениях, катренах этих знаменитых, предсказала все развитие, дальнейшее развитие человечества? Насчет Нострадамуса надо, кстати, тоже вспомнить, что в этом году исполняется 500 лет со дня рождения этого уникального, конечно, персонажа французской и мировой истории. Я могу сказать, что да, первый, кто познакомился с Нострадамусом наших людей еще в советское время, это был я, действительно. Потому что о нем практически никто не знал. Но это была уникальная личность и врач, и астролог, и, скажем так, и ученый, и живший в XVI веке. Но я не могу сказать, что Нострадамус – это какая-то супервеличина в прогнозах. Он был, конечно, человеком своего времени. Я не думаю, что он там очень много чего там шифровал. Шифровал он, конечно, много. И у него действительно были попадания. Я думаю, что это в результате больше даже не астрологических его каких-то изысканий, а, скорее всего, инсайта. И здесь я его как астролог хорошо понимаю. Тем более, что он сам это не скрывал. Он всегда говорил, в предисловии он пишет о том, что ему помогали какие-то зеркала, там, вот, помогали какие-то шары магические, помогали вот там этот самый огонь. Вот он смотрел на огонь, сквозь огонь он видел какие-то видения туманные, смутные. Это инсайт, конечно. Потом он пытался их по годам разложить, но это не всегда получалось. Некоторые годы совершенно никак не попали. Вот другие мы трактуем неправильно. Почему? Потому что многое у него весьма туманно. Например, вот протрактовали 99-й год. Вот 1999 год. У него есть конкретный катрен такой, четверостишие. 72-й катрен, 10-й центурий. О чем там? Там написано, 1999 год, 7-й месяц, с неба сойдет великий грозный король, чтобы воскресить великого короля Ангол-Муа. Вот такой вот непонятно чего, Ангол-Муа. До-после Марс правит счастье. Все. Вот такой вот. У него такие вот какие-то странные, да весьма туманные. И как вы трактовали это? Я трактовал сразу. Никакой войны не будет, как многие говорят, вот будет мировая война, чуть не конец света. Ангол-Муа это протрактовали как Монголуа, то есть вот анаграмма, то есть монголы или там Восток просто, новый Чингисхан, там все это, в общем. Короче, что только, как только не трактовали, я сразу говорю, с неба сойдет, спустится, пришествие, кто-то родится. Угу. Он предсказал пришествие с неба, то есть возрождение или рождение какого-то великого правителя, харизматической личности, который как раз может быть и начнет этот век Сатурна. С которым и будет связан приход этого века Сатурна. То есть, гениальный человек, который будет связан с усмирением войны до-после Марса. Угу. Да? Счастливо правит или счастливое правление. Павел Павлович, но есть еще один астролог, древний астролог, на которого вы часто ссылаетесь. Это Василий Немчин. Да, да, да. А да, что да. Это за фигура? Эта фигура вообще загадочная. Если с Нострадамусом более-менее известна его жизнь. Не более-менее, а точно известна. Даже могила его известна. Вот это не могила неизвестного солдата, неизвестного астролога. То с Василием Немчиным вот это ничего не известно. Кроме того, что он написал одну книгу, книгу предсказаний. В каком веке?
15-м, за 100 лет до Нострадамуса, где он, ну, вот он там, я бы сказал, более точно указывал события. Он вообще более конкретен. Может быть, потому что... Вы видели эту книгу? Я видел, я ее держал в руках. У меня даже фотографии есть этой книги. Что? Да, это в одном из архивов областных. Я не буду говорить, каком. Потому что, в общем, сразу после этого, почему-то после моих сообщений, как-то эти архивы закрываются. Не надо этого говорить. Я вот сейчас провожу работу для того, чтобы извлечь это из архива. То есть, вы попали в этот архив? Да. Вы взяли ее в руки? Да, взял и читали? В руки. Ну, я сначала... Я не все смог прочитать, потому что было немного времени. Пришлось провести чуть ли не работу Штирлица, когда он перефотографировал эти материалы. Некоторые пленки были засвечены. В чем там конкретика, расскажите? Конкретика в том, что там описываются годы. Ну, правда, там в 15 веке был календарь не от Рождества Христова, это более позднее введение, а от сотворения мира. Там где-то вот получается где-то 6 тысяч, там какой-то год от сотворения мира. Мифологическая дата сотворения мира, который якобы был сотворен 7 тысяч сейчас какой-то лет назад. Сколько лет назад. Так вот, меня сразу поразило. Ага, вот там царь будет, такое-то лето, это начало 18 века, совпадает. Я сразу перевожу одни даты в другие. Похожие на кота. Ликом похожие на... Ну, сейчас у нас человек похож на прокурора, да? Да. Есть. Или там еще на кого-то. А там вот ликом кот, кошачьим ликом. И кто это? И он, значит, будет, поедет в басурманскую страну, оттуда вернется, много казней будет, и большой город на мертвой воде построит. Угу. Ну, ясно, что Петр Первый. И он на кота, вот это вот круглое лицо с кошачьими усиками. Да. Потом я сопоставил то же самое про Петра, что он антихрист, что, значит, он кошачья морда, писали раскольники. В 18 веке, обвиняя и царя, и петербургский период истории. Петербурга быть пустым, они говорили, ссылаясь на какие-то неведомые пророчества. Я понимаю теперь, на какие пророчества они ссылались. На какие? На Василия Немчина. А что значит пустым? Блокада имеется в виду? Блокада раз. Во-вторых, там будут какие-то три страшных потрясения. А у Немчина написано, что пройдет три тройки лет, то есть 333 года, и будет страшное потрясение. Большие волны, которые его могут смыть. О как. То есть, это получается 2035 год. До 2035 года Петербург будет на грани уничтожения. Просто. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. У Немчина много таких фактов, которые уже сбылись? Ну, три старца. Да. Ну, вот эти вот, пожалуйста, большевистский период, который он пишет, то безбожники придут под красными стягами, это он так пишет. Написал. Так напишет, да. Потом какой-то тиран с горы придет, армянский причем. Армянский тиран с горы. И будет выпускать дым изо рта. Сталин, трубка Сталина. Ну, почему-то армянский. А может быть, потому что Грузия входила в состав Великой Армении. Очень интересно. Долгое время, да. И поэтому не было развлечений между Грузией и Арменией. Что у Немчина есть на ближайшее время? На ближайшее время, ну вот этот, как я вам говорил, уже сменивший тирана, человек с черным лицом, похожий на Путина. Вот, его назвали он переходным периодом. Срок его будет невелик, написано. Вот, но он сделает очень хорошее благое дело. Он построит мост. Там написано. Что это за мост? Через Керченский пролив? Ну, вот вы знаете, сейчас возникает вопрос. Вы предвосхищаете мои мысли. Да, построит мост. Да. Вот он как строитель моста написан. Ну, в общем, он достаточно положительно его характеризует. После этого, значит, опять переходный какой-то период. И вот после еще одного... Впрочем, и всегда в России всегда переходный период. Нет, а вот дальше идет некая такая сверхличность, которую он называет всадником на белом коне. Какой-то белый всадник. Сразу возникает вопрос об этом. Всадники, бойся белой головы, белого коня, пророчество Пушкину. Мадам Киргоф. То же самое. Да. Да. Проживешь долго, если не будешь убить. До какого года написана у Немчина вся эта история? На 7 тысяч лет. И довольно подробно. Достаточно подробно. Но у меня не все есть. Понимаете? Последнее у меня не хватило пленок. Вы можете сейчас эту рукопись найти, раскопать в архиве? Я вот сейчас ее и копаю. Я просто... Это детективная история. Если рассказать, можно роман а-ля Агата Кристи написать. Как это вот рукопись от меня уходит. Мы сможем, если вы найдете эту рукопись, опубликовать ее? Обязательно. Я даю вам полное право быть как эксклюзив даже вот
первые публикации, на первые публикации с комментариями. Павел Павлович, в заключение нашей беседы мне бы хотелось после стольких мрачных прогнозов и предсказаний, чтобы вы сказали о чем-то светлом, потому что закончим все-таки, наверное, хэппи-эндом. Во-первых, я абсолютно уверен, что нас после вот этого тяжелого периода, он еще, ну как, ну я уже считаю, что этот тяжелый период где-то как-то, он уже не такой, по крайней мере, в России. В Украине этого, к сожалению, пока не вижу. В России все-таки вот с Путиным связаны большие надежды, и слава богу, что он пока их не опровергает. Я убежден, что Украина и вся Восточная Европа так или иначе будет одновременно и в Европе, и в связи с нами. Она не может, Украина, быть только в Европе, или только вот внутри империи. Будет и то, и другое. Я уверен, что, и это, кстати, на основании предсказаний Немчина и других пророков, будут переходные территории. Можно для разных стран быть одновременно состоять в разных блоках, которые будут даже враждебными друг другу. Сейчас невозможно представить, но уже эпоха Водолея наступила. Эпоха свободы, непредсказуемости и реформаторства. Так что самые невероятные союзы, самые невероятные системы будут возникать. Я в этом совершенно убежден. Кризис последний, связанный с и солнечной активностью, и с космическими циклами, наступит от 2005 до 2012 года. Вот этот вот последний период, нам нужно пройти этот. А вот... потом все будет хорошо. Не все будет хорошо, но будет другое. И мы медленно и постепенно к 2020-2022 году должны прийти вот к этому царству Сатурна. Пройдя войну, мировую войну вот эту, которую я все-таки убежден, что это будет мировая война, и что в конечном итоге там, допустим, вот война в Ираке, это только первая война, вторая будет в Иране война. Все-таки в Востоке будет это. И на Америку это отразится в виде тяжелейшего кризиса. Вот, в конечном итоге. Она тоже пройдет через это. Америка не погибнет. Абсолютно в этом уверен. Просто она будет тоже немножко другой. Не немножко, а множко другой. Но в Украине все хорошо будет. Да, в Украине я считаю, что все будет, по крайней мере, без крови, без ужаса, без каких-либо тяжелых потрясений, слава богу. А вот за это, Павел Павлович, вам особое спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас у гостях була людина, яка дуже багато знає, і якій я певен, можна вірити. Астролог Павло Глоба.